Курган. Встречай! Любимые и родные новые русские бабки. Вас ждет множество сюрпризов, подарков, веселья до упада и яркая взрывная программа. Готовьтесь к холодам. Куртки и пуховики по оптовым ценам от производителя. На ярмарке верхней одежды «Ермак». Такого выбора и цен вы еще не видели. Приходите, улица Коли Миготина, 87. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. 7 октября на сцене филармонии случится нечто взрывное и чрезмерно смешное. Столичные пенсионерки зададут жару «Новые русские бабки». Матрёна и Цветочек представят свою новую яркую взрывную программу «Юмор». Не упустите возможность хорошо провести вечер. Приходите, и вы не пожалеете. Внимание, открылся новый магазин «Ярмарка верхней одежды Ермак». Огромный выбор ветровок, курток, пуховиков по оптовым ценам от производителя. Приходите за обновками по адресу Коля Миготина, 87. А теперь о прогнозе синоптиков. Во вторник синоптическая ситуация в Заурале обусловится тыловой частью циклона, куда из Арктики будут прорываться облака, заряды снега и холод, из-за чего начнет формироваться снежный покров, высота которого уже местами достигнет 2-3 сантиметра. В Екатеринбурге плюс 1, 3, Челябинске 0, плюс 2, Тюмени минус 1, плюс 1, кратковременный снег. В Кургане облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха минус 5-7. Днем в Кургане облачно, во второй половине дня кратковременный снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха около 0. Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. 3 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.